Накануне великого мусульманского праздника в ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ состоялась лекция, посвященная Курбан-Байрам. На лекцию были приглашены преподаватели и студенты всех курсов, которые желали углубить свои знания о восточной культуре. Во время лекции представители Дум Республики Татарстан и сотрудники ресурсного центра рассказали студентам о значении одного из самых главных для мусульман праздника, об истории его возникновения, особенностях проведения и затронули историю традиций жертвоприношения в мировых религиях. Этот праздник учит нас быть милосердными, сострадательными, проявлять уважение к старшим, к обездоленным людям. Такие лекции помогают нам больше узнать друг о друге, помогают нам быть ближе друг к другу, уважать друг друга. И поэтому эти лекции нужно проводить регулярно.